Светнопольское и сельское поселение, муниципальное образование в Азовске-Немецкий национальном районе Омской области Российской Федерации, административный центр, село Светнополье. История: в 1920 году был образован Светнопольский сельский совет самостоятельного Светнопольского сельского управления. В 1923 году сельский совет переводится в образованный Сосновский район. На 1926 год в состав сельского совета входили деревня Светнополье, деревня Поливановка, деревня Роза Долина, кордон Аркалык, поселок Зубовский, хутор Лиговский, хутор Посадский, хутор Рыбацкий, хутор Ямской. В 1929 году сельский совет переводится из Сосновского в Новоомский район. В 1931 году сельский совет переводится из Новоомского в Борисовский район. В 1935 году сельский совет переводится из Щербакульского в Азовский район. В 1962 году сельский совет переводится из Азовского в Таврический район. В 1965 году сельский совет переводится из Таврического в Одесский район. К сельскому совету был присоединен Калининский сельский совет. В 1992 году сельский совет переводится из Одесского в образованный Азовский немецкий национальный район и преобразовался в сельскую администрацию. В начале 2000-х годов сельская администрация преобразована в сельский округ. Статус и границы сельского поселения установлены законом Омской области от 30 июля 2004 года номер 548 ОС о границах и статусе муниципальных образований Омской области. Население, состав сельского поселения. Достопримечательности. В селе Светнополье есть огромная страусиная ферма.